А сейчас я вам покажу, дорогие мои ребята, где девушки делают минеты и ходят на каблуках. Это ангар в Киеве. Здесь лакшери гёрл проводят свои ночи с лакшери мужчинами. И как это происходит? А вы нихуя не видите, как это происходит, потому что мы днем и у меня фотосессия. Так что смотрим, любим и наслаждаемся. Лакшери бой. Блять, я его заберу с собой. Послушай историю о мальчике Боре. С детства путались с девочкой. Это новый сезон на канале Блок Старс, и я ее ведущая Андронина Доронина. Спонсор сегодняшнего моего дня – мужик Василий. Мужик Василий всегда рядом и всегда защитит. Это новый уровень. Вы меня хотели, вы меня ждали. Пока Мися была в отпуске, мы сделали очень много работы. Это мой чувачок. Смотри, по фэшн, да? А чёчки какие. Васька. Дорогие мои, я за это время, пока меня не было, лечила свои зубки, чтобы быть еще красивее для вас. У меня онемела верхняя губа, моя вареничная фабрика моя. Наверное, как и у многих из нас, наступила осенняя депрессия. Листочки падают на землю, волосики падают с головы. За это время я успела один раз сходить в клуб. Все меня раздражают, нашла себе пацика. Меня сегодня ебет. Шапик, прости, я тебе не изменяю. Шапик, это просто звезда. Я тебя умоляю, прости меня. Это не вырезай этот момент. Шапик, прости. Пошла. Шапику привет. Пошла без тебя. Смотрите. Вот он любит зубатых и блондинов. Чупакабра, ебаная! Сейчас покажу своего парня. Вся Украина хочет знать моего парня. Вот он. Ебет как бог. Господи, я больше не хочу в клубы, потому что это ужасно. Тебе все пристают. Каких-то три Арчибальда нажрались и начали, короче, ко мне клеиться. Меня забрали в какую-то квартиру. 5 часов утра я нахожусь в какой-то Катиной квартире. Катерины, а не Катя. Ой, прости, Катерина. Я как будто отработаю корпоратив трансов. Что за дискриминация? Надо и пацанам, и бабам по 100 баксов, блядь, давать. Подъезжает такси. Я плачу таксисту 100 гривен. И он мне отдает в сдачу 50 гривен. И уезжает сразу. Я пока не раздупляюсь, оказывается, они фальшивые. Это было просто отсерокопированное, то есть красиво все, бумажка, но это был фальш. Это что за хренотень такая моржовая? Вы что, все хотите меня наебать? Ребята, я хочу вернуться в 11 класс. Когда ты взрослеешь, ты очень много начинаешь понимать в жизни, и ты смотришь на некоторые моменты по-другому. Мне вообще не понравилось, как у меня произошел выпускной. Кому-то из вас нравится, как у вас проходят выпускные? Я конченая, сидела как лошара, в каком-то костюме, блядь, хотя бы я уже, если бы знала, принимала тогда уже гормоны, вела бы себя как гуляющая, распущая женщина дешевая. Да посрать, это молодость. Живем один раз в жизни, хули тут. Больше, чем хуй в руках не держала, понимаете? То есть, была бы при параде, и в основе меня бы точно кто-то выебал. Бля, что я несу? Это осенний ПМС, нахрен. Ну, девочки, согласитесь, мы хотим на выпускном быть охрененными. А, косметика Ruby Rose за 2,50, тени Москва-Киев, что там еще? Тушь Ленинград. Кстати, самая хорошая тушь раньше была. Плюнула, размазала и пошла. Напишите мне, как у вас прошел выпускной. Мне очень интересно почитать, выебали ли вас, стали ли вы мисс Вселенная в своей школе номер 3. Мужики, напишите, сколько вы набухались, и что вы пили, и какую икру вы красную ели. То есть я хочу реально увидеть ваши истории, и, наверное, на самую лучшую историю, как у вас прошел выпускной, я что-то вам подарю. Вот реально, подарю что-то весомое, что-то дорогое. Вы думаете, почему моя харя в прыщах? Вы угадали, я выпила. Вот эта поебень опять нажралась. Нажралась. В прошлый раз, когда она нажралась, она икала, и мы не могли вызвать такси. Я икала, как карамелита.
Ко мне приехала моя подруженция вся Руси, Карина Минаева, которая была на телепроекте «Топ-модель по-украински». Выбираем, что нам делать в этот вечер. И с нами наш мачо-бой, мачо-факер и самец, который нас выгуливает. Как ты дожила до этой жизни? И как у тебя сегодня прошла твоя конференция? Все заебали тебя? Было очень много вопросов, но я не успела ответить на все вопросы, даже на половину. Она провела онлайн-конференцию, я думаю, очень шикарно, потому что эта сучка знает, как надо жить и как надо нос утирать курицам. Еще мы можем помолиться. Дура, блядь. Она меня подговорила. Я даже у Саши Шапика не пила на день рождения алкоголь. Мы выпили один шампустинг. Подождите. Звони как-то. О, лучше. Ой, она стала. Ой, хуже. Любовная любовь. Не надо. Любовная любовь. Карина, может мы будем с тобой как группа не ангелы? Только будем демоны? Второй шампусик. Кстати, шампусик по лакшери называется «Звезды в бокале». Ой, блядь. Все. Видели наши красивые факты? Это самое главное, что в жизни видели. Мы нажрались, как суки последние. И на утро, баба, вы меня сейчас поймете. Я читаю свой ВК и понимаю, сколько я херни написала там. День второй. Боже, какая я страшная. Я такое ощущение, что я поспала с разными людьми. Уснула с прекрасной леди с длинными волосами, густыми. Просыпалась со мной. Какая-то непонятная, что полупет, полумужик, полубаба. Я отвечаю всем. Она отвечает. Пока мисс... У нее каждые 3 секунды какой-то человек пишет. С дочкой, блядь. Я реально... взялась за голову, потому что это только баба может. Мне стыдно перед одним мальчиком. Я ему такое написала, о господи. Меньше пейте, берегите свои звездочки с молоду. А я, трансуха всея Русі Анжелка, дуже сильно вас люблю, кохаю, тому що ви в мене найкращі. Не ходіть по іншим влог-каналам. Так що все. А я пойду на зйомку.